Сегодня мы отварим эту рыбку на овощном бульоне. Это треска. И к ней мы подадим молодой отварной картофель. Это очень хорошее блюдо для тех, кто сейчас придерживается какой-либо диеты. И просто для людей, которые любят отварное. Вот мы отварили морковочку, лук. Сделали овощной отвар. Сейчас мы туда положим зелень, все специи, и на этом бульоне будем варить рыбку. Теперь в этот овощной отвар я добавляю лавровый лист, перец горошком, кориандр обязательно и петрушку. И вот на этом овощном бульоне с зеленью и специями мы сварим с вами рыбку. Вот мы накопали свеженькой картошечки. Сейчас мы ее почистим и подадим вместе с отварной треской. Сейчас мы ее сварим. Так, вот закипел наш овощной бульончик. И мы опускаем туда нашу красавицу тресочку. Вот такие красивые кусочки. Вот сейчас мы ее здесь сварим. Все, подсолим. Рыба любит соль. Пересаливать не надо, но посолить нужно хорошо. Все, ждем, пока у нас сварится рыбка. Картошечка тем временем тоже закипать уже начинает. Так что они будут готовы практически одновременно. И можно будет покушать. Вот такое простое, но очень вкусное блюдо мы с вами сегодня приготовили. Можно, конечно, еще сделать соус по-польски, но он больше подходит к пюре. А у нас с вами сегодня отварной молодой картофель, поэтому так будет лучше. Для тех, кто бережет свое здоровье, это блюдо очень хорошо подойдет. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Я всегда вас с удовольствием жду и буду рассказывать вам все новые и новые легкие и не очень блюда.